Барселона – это город на северо-востоке Испании, столица Каталонии. Это крупнейший мегаполис на берегу Средиземного моря с населением более 1,5 миллиона человек и второй по величине в стране. Достопримечательности Барселоны охватывают почти 2000 лет ее истории и включают средневековый старый город. На улицах столицы Каталонии легко можно встретить древние раритеты римского прошлого, средневековые кварталы и соборы, скульптурные и архитектурные шедевры модернизма и современности. Самый высокий туристический сезон – июль и август. В это время город отдан на растерзание туристам, часть ресторанов и магазинов закрыта, а цены на отели высокие. Самое комфортное время для посещения Барселоны – межсезонье. В это время здесь тепло, но не жарко. Минусы Барселоны – это высокие цены на экскурсии и большое количество туристов в городе и на пляже. Плюсы. Испанские пляжи считаются практически самыми лучшими в Европе. С питанием в Испании нет никаких сложностей. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал «Гуляй по миру» и получай новые интересные видео.